Сахалёк, Такубай и их приключения. Ну а что за хуйня? Ну, всем кузна на умайде, ебать. Эй, заебал, пошел ты нахуй. Эй, угораешь же, ебать, эй, что ты нахуй? В натуре, а умай, что я теперь сделаю? А так, родной, сам не курю и тебе не советую. Вот, денсал комбер, блин. И вот из нас вами трубает в атом. Эй, джей, джей. А что ты, говноед жена? Эй, хуй сэй. А что ты? Прикол, прикол, встречай. Эй, канды, прикол, сука. Алты жүзімін, алты жүзімін. Далбай. Ей, далбай, приор сатып алам, мұйым ба? Фу, мал, құмаршы. Тағу, сен жерге түкірем ба, мал? Жандуаз, ты где до 7 утра шляешься? Мы с пацанами на компах были. И чё, вы до 7 утра играли? Нет, только до 2 играли. Чё вы делали до 7-то? Ну... Я увидели только что, кто прошел, пацаны, это коры. Ну ладно, давайте, пацаны, я пошел лучше, тороплюсь. Конечно, лузеры уходят первые. По идее, я меньше всех сливался. Меньше всех сливался. Вот, брат, видишь, рейка четко, не течет, гранат, все ровно стоит, все, видишь? И вот смотри, вот, специально снял, смотри, смотри. Нет гниля, ничего нету, видишь? Зад, смотри, вот, арки целые, смотри. Не биты, нифига, смотри. Ничего не бито, ничего нету, коррозии ничего нету, понимаешь? Вот четко, брат, четко, машина идеальная, брат. Не, идеальная, да. Базара нет. Да. Давай, смотри, намерение серьезное, ты 10 тысяч тенге скинь хотя бы. Я не скину, машина идеальная, говорю, уже сказал, окончательная цена, да. А, да? Да. Ну ладно, я тогда другую машину построю. Километр в Камри. И как другой, смотри. Тьфу, е-мое. Добрый день, сержант Турибаев. Короче, брат, ты на красный проехал только что. А там 25 тысяч штраф. Но тебе десятка. Отдел по борьбе с коррупцией. Сейчас со старшим поговорю, ладно? Брат, извиняйте, я там поговорю со старшим. Десятка, пятеро вам. В смысле пятеро? Я сказал, отдел по борьбе с коррупцией. А, я ему сказал, отдел по борьбе с наркотиками. Сейчас, переспрошу ему быстро, извините. Короче, старший говорит, вам в ушко. Нормально? Я хочу в Мегу сесть, вещичек себе прикупить. Да зачем тебе это надо, Рася? Поехали лучше в барахолку, вещи тебе купим, а на остаток благотворительный фонд отдадим. Так же правильнее будет. Короче, на днях поеду машину брать с салона в масле. Новый Lexus. Ты давай лучше приору возьми, а на остаток бедным людям лучше раздай. Так же правильнее будет. Я хочу своей супруге кольцо с бриллиантом подарить на день рождения. Что думаешь? Рася, я тебе говорю, ты лучше возьми вон бижутерии обычные, а на оставшиеся нуждающимся вот людям помоги. Это же будет правильнее. Братан, есть 200 тенге, домой уехать не могу. Корови подбородок. Пшел вон отсюда. Вон, 3-4 места. Славик, ты меня нарушил, да? Конечно, нарушил. Что, болеешь, что ли? Да. Будьте на улице. Будьте на улице, а? Быстро. Задолбали. У меня дома 5 детей. Из-за вас болеют все ходят. Лечиться же надо. Нафиг все бабок уходит на лекарство. Дай сюда. Штраф тебе 10 мр, понял? За что? За красный свет. На, распишись. Распишись, говорю. На, права свои забери. Техпаспорт забери свои. Вот штраф оплати, не понял? Не смотри сюда больше. А почему 12 МРП? Я захотел 12, все, и 12. Нет, сколько денег уходит на лекарства? Сволочь такая! Фу, зараза! Брат! Красный свет? Пешеход, что ли?
Не-не, брат, разменять можете деньги? А, разменять мне, брат. Нет, да? Нет. А магазинчик вам есть, да? Вон там есть, да, впереди. Уважаемые подписчики канала, вашему вниманию, сотрудник в рабочее время, который не служит, не исполняет свой долг, не оформляет припаркованные неправильно машины. Я вас снимаю, имею на это право. Ваш вопрос, почему снимайте, не оформляете машины, которые стоят припаркованные неправильно? Все по закону стоят, уважаемые, поймите, пожалуйста. Че, телефон съел, да? А? Не был терпитель, бля, фацпик, а? Сейчас. Баха бергаш, смотри, на терпитель, короче, терпилагай. Не был ты сама? А, пауэрбанк. Пауэрбанк есть, пауэрбанк. А? Ну что вы теперь скажете, уважаемые, все работаем, вот, по закону все машины стоят. Сейчас на штраф сегодня поведем. А че ты Баху звал там, а? Мало-мало. Давай, давай, наезжай на меня, чуть правее, тут места много, давай. И вот вы право понакупаете, потом, ё-моё, возмущайтесь. Вот вы даете, ёлки-палки. Ишак, иди сюда. Я куда пошел? 5 признаков того, что твой друг с Чимкента. Брат, ты с Чимкента, да? Че, вы ищущенцы, ищу. Шашлык 700 тенге. Пиво 850. Ты вы больны, что ли? Брат, Чимкенки ешь? Мы тенге, шкун там жизнь. Слушай, ты этого знаешь, как его? Павел Прилучный, такой актера. Нет, кто это? Ты, который это сериал «Мажор» играл же? А, да, да, да. С Чимкента же, братан. Да ну, серьезно. Серьезно тебе говорю, прогугли. Брат, потише едь, ты четвертый красный уже проехал. Куда ты торопишься? Спокойно сиди, нормально. Если у вас в Алмате ограничение до 60, у нас в Чимкенте от 60, вы, братан. Дауру, ассаламу алейкум. Хаммасы яхшимы чарчимастан. А, законный джанна. Извини, да, одноклассник позвонил просто. Человек-шипучка. Нищ! Камера трекингуш! Ать паш! Наш! Яш, останови жук пош, екс пады жук пош. Ай, бэш. Не щепите, бэк. Алла Ромашка, вилла с имени, это наш дом. Мы всегда рады тебе, тем более в родственнике. Одна кровь, одна фамилия, мы же Асылбековы, ёма. Должны помогать, поддерживать друг друга. Ты тем более молодец, студентом стал. Наш дом, твой дом, хочешь вот прям живи здесь. Вот женешка твоя, тетка твоя будет сама тебе готовить два раза в день. А там убирать за тобой, не знаю. Хочешь, мы будем вместе уроки делать, все, вот встречаем тебя вот так. Конечно, конечно, Агасин. Оставайся, живи здесь, да, умер в Сурейкбурге, конечно. Давай, ага. Че, будешь что-нибудь кушать, будешь что-нибудь? Сейчас я тебя чем подогрею сейчас здесь. А что это твои родители той гани пришли? А, ладно, на, кусай, азбусын. Что, понял? Кусын, ай, тетка твоя, женьгишка, молодец твоя, да? Сейчас она тебе еще постель постелит. О, Армашка, а тебе что это, сюда постелили? А, чтоб, наверное, проветрилось, да? Молодец твоя, женьгишка, тетка твоя, да? Ты давай так, родителям привет передавай, хорошо? Передам. Эспилярмуш! Остолбеней! Авада кедавра! Брат, нифига не канает! Есть идея. 5805. Тоже не канает? Сейчас. Это крест-страж? Нет, хуже. Это ее косметик. Помоги, брат, по возможности, а? Помоги, пожалуйста, мелочи. О, рахмет, рахмет, брат, от души. От души рахмет. Помоги, брат, пожалуйста, по возможности, а? Мелочь, помоги, а? На, держи. О, рахмет, брат, от души. Все. От души рахмет. Давай, брат, не болей. Брат, это твоя машина, да? БМВ. Да, моя, что? На, возьми, тебе нужнее будет на ремонт, на, возьми, возьми. Тебе нужнее будет, ты чё, это машина же, ё-ма, жопочная машина. Я такое время сейчас, да, опасно, жесть, непонятное время. Вчера иду, вон там, жесть, вон там иду по закалку. Девчонка выбегает такая, симпотная, длинная, говорит, молодой человек, пойдем, тебе массаж сделаю, я одеколон подарю, говорит. Представляешь? Массаж? Да.
Я что, дура что ли? Иди домой, сейчас милицию вызову. В гостиницу заходи, говорит, туда я эти... Какую гостиницу? Вон та гостиница, жесть. Вон горит, которая. А-а-а. Вообще дурдом, жесть. Короче, подруга эту поняла, оказывается, неважно, какая марка там, модель машины у парней. Самое главное, так, оказывается, размер. Чем больше машина, тем меньше у нее там, оказывается, прикинь. Тем самым парня, оказывается, компенсируют. Смотри, смотри, матизик подъехал. А вот смотри, Лада, Лада, смотри. Классно. А вот смотри, седан, седан. А что это за машина? Ну это не важно, это может быть там, знаешь, Мерта, БМВ, Тойота, Лексус, как бы. Это просто размерчик такой. Ну нормально так, в принципе, посвящаться можно. Ну на раз можно, да? Смотри, джип. Ладно, подруга, я пошла. Куда? Не важно, что там. Главное, что тут. Я не буду прыгать на тебя! Ну давай, давай, сделаем это, давай! Нет. Ну давай, это укрепит наши отношения! Это не укрепит тебя! Укрепит, просто доверься мне! Давай, Жека! Малыш, а где моя курица? А, я ее съела. Ты ее съела? Съела моя курица, да? Ты мою любимую курицу съела, да? О, нежно. Все, Жан, теперь ты будешь ходить по моей спине. Ну, давай. Ой, теперь ты сверху. Я сверху? Да. Давай. Сахалек, Такубай и ихние приключения. Нормально. Саламат спан, здрасте. Есть. И манка, блядь. Хвостно, блядь. Ой, ты давай, привет! Давай! Ничего, нормально! Здорово, пока! Иии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 иii Ужас, Алмата вообще невозможно, погода ужасная. Как жить, я не знаю, это вообще не человеческие погодные условия. Тут такой мороз, снег, 12 сантиметров снег. Ужас, ужас, минус 13. Вообще люди живут в такой погоде или нет? Ужас, ужас. Че у нас там? Минус 53, да? Бля, потеплело сегодня прям. Нормально, хоть ходить можно. Машина не завелась, а пошли пешком. Ну что, руки не отклеиваются. Че мутить будешь сегодня? Да не знаю, девчонка решила увидеться. Посмотрим, ну прикольная. Ты это главное, не торопись. Да не, братан, джайш, знаешь сам. Да вот, снимаем видео. А ты чем занимаешься? Да особо ничем, в универе учусь. Я тебя люблю. Че это будет? Это деньги из Биташара. Тетя Гуля попросила забрать домой завтра и завести. Ну, может, тетя Гуля пока не видит, я там свои 5000 тенге вытащу. 5000? Ты 200 тенге кинул, я видела. 5000. Ну, они к нам домой, когда приезжали, дети наш диван поцарапали, я за это 10 тысяч заплатил. Кто мне эти деньги вернет? Все, она не считала же. Потом еще я их детей катал, они с грязными ногами в машину зашли. На автомойку мне 5000 ушло. Кто мне эти деньги даст?
мечтал. Что такое? На всякий случай, вдруг их дети опять что-то поломали у нас дома. Эй, Ержан, ты что? О, халасин. Отлично, ёва, ты что, рейнджик взял, что ли? Да, вот, рейнджик купил, позавчера взял. Ё-моё, да чей рейнджик это? Ну как, геморройная, да, наверное? Завязан, не геморрой, нормальная машина такая, хорошая все. Да, братан, кому рассказывать, что одну свечу снять, наверное, весь двигатель разобрать надо, да? Да нет, нормально, это стереотипы, брат, понимаешь, да? Это четкая машина, хорошая все. Сейчас, иду. Ладно, братан, я побегу все. Там, да, всем салам. Не надо жаловаться. Рейнджик это... Да нет, нормальная машина, все те, кто жалует, это лузеры сами, понимаешь? Надо следить за машиной все. Алло. Только что я вызывал эвакуатор, да. Нет, это машина заглохла, да, рейнджик, да. Короче, пацаны с девушкой, короче, ау, мяу, пяу, сяу, короче, прикинь, мяу, пяу, сяу. Да, короче, в Лисендру там, короче, оттуда да. Потом, короче, вдвоем, короче, такие, прикинь. Потом, короче, вдвоем берем город, короче, зу. Набрось машину, оттуда, мяу. Че, пацаны, угорайте, расскажите дальше. Короче, слушай, пацаны, помогите. Давай. Вчера, короче, я с девушкой, ау, мяу, пяу, сяу. Пяу, сяу. Ага, потом, потом, потом на машине. Потом, зу. Напротив машины ей. Мяу. Нет, там, мяу. Немного, там чуть. Мяу. Вот так же. Прикинь. Жестко. Ау, мяу, пяу, сяу. Да. Потом, зу. Не, пацаны, не понял. Я там же, было. И, короче, дальше. А тут, короче, амбум-зям. Амбум-зям.